Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Сегодня мы начнем говорить об особенностях первой половины периода успеха. И первая особенность, или первое, что отличает этот период от всех остальных, я бы назвал спешка. Я бы так озаглавил его. В это время мы торопимся приобретать, мы торопимся, ну, например, быстренько закончить учебу, найти какую-то работу, начать карьеру, жениться, купить машину, дом. И я часто встречал молодых людей, которые покупали себе вещи, которые, по сути, наверное, позволить себе не могли, но хотели, не приобретают. Вот это период спешки, быстрей. Они смотрят на окружающий мир, на друзей, которые что-то имеют, и пытаются обогнать друг друга в приобретении тех или иных материальных или нематериальных благ.